Красноярский хоккейный клуб «Сокол» провел первые тренировки в арене «Платинум». Именно там будет проходить открытие и закрытие универсиады. На территории спорткомплекса сейчас благоустраивают прилегающую территорию. Напомним, предыдущую площадку «Сокола», арену «Север», закрыли на реконструкцию. Хоккеисты и руководство клуба сегодня оценили качество льда и проверили раздевалки. Хорошие раздевалки. К нам... нашим просьбам с пониманием подходят, то есть мы смогли там уже обустроить две раздевалки, получили велосипеды, смогли привезти как бы для тренировочных занятий, хороший зал, в общем-то светлый дворец, хорошие условия. Арена «Платинум» также может стать домашней площадкой для другого клуба, выступающего в КХЛ. Буквально сегодня появилась информация о том, что омский «Авангард» не сможет в следующий сезон играть у себя в городе из-за аварийной опасности местной арены. Выбор встал между Красноярском и Мытищами, но в приоритете у омичей «Платинум-арена». Я как официальное лицо говорю, на сегодняшний день этот вопрос не поднимался. Вот. И, на мой взгляд, это невозможно. Все календари на сегодняшний день сверстаны. Вот. И для того, чтобы сюда зашла какая-то другая команда из там, даже Кентан Хоккейной лиги, необходимо провести очень колоссальную работу. Вот. Ну, по сути, начать верстать календарь с нуля. Первый товарищеский матч на новой арене «Сокол» сыграет против ангарского «Ермака» уже 11 августа. А с 16 по 22 там пройдет международный турнир памяти Валерия Харламова, на который должен приехать сын именитого хоккеиста.